Здравствуйте, уважаемые сетезрители. Я Николай Пивненко. Мы начинаем программу «Есть такая тема». Как вы понимаете, песня прозвучала это не зря. Совершенно не зря, потому что у нас сегодня в студии очень интересный человек, музыкант и человек Сергей Мазаев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Николай. Вот. Здравствуйте, да. Товарищи. Вот мы сидим, обсуждаем этот клип, и я, честно говоря, вспомнил, что тогда еще была эра видеомагнитофонов. Ну, надо выйдем, покурим, посмотрим кино. На это мы приглашали девчонок домой. Вот. А я записал эту песню в некую свою коллекцию. Ну, так как у нас будет некий искренний разговор, сразу же хочу сказать, что... Я всегда, когда слушаю Мазаева, когда слушаю «Моральный кодекс», и то, что я вижу, понятно, что вы участвуете во многих проектах, я вижу профессионального человека, безусловно, вопросов абсолютно у меня нет. Чувствую некую энергию, энергетику, все. Но почему мне не нравится «Моральный кодекс»? Почему, как вы думаете? Не нравится. Не нравится. То есть я не являюсь фанатом этому. То есть я вижу профессионалов, я вижу, как вы отдаете. Я понимаю, не, ну как бы качество. Почему? Да, в чем я... проблема? Какая для у вас задача стоит, чтобы вы играете от себя для себя? Ну да, мы играем, в общем, в основном ту музыку, которая нас трогает, и наши эмоции, так сказать, выплеснуты в этой музыке. И, ну, очевидно, просто нет особого совпадения. Потому что музыка — это эмоции, это эмоциональный фон, прежде всего. Ну и содержание, оно добавляет как бы... Оно, вернее, направляет эту эмоцию, слова, песни, собственно, от просто музыки, отвлечается именно этим. Но это зависит от настроя, от той частоты, на которой вы сейчас в данном случае настроены, и просто не совпадение происходит. Ну, давайте тогда попробуем в течение бывает сегодняшнего такого, времени, конечно, пока да. Вот у нас... Это, будет... Поэтому, собственно, многовкусие, это и хорошо. Поэтому существует много разных коллективов, и Ляпис Трубецкой, и Чайф, и Моральный кодекс, и Звери. Вот вчера выступили Звери, мне очень понравилось. Они прям... Вот наша тема сегодня звучит так. Моральный кодекс Сергея Мазаева. И попробуем я, по крайней мере, для себя открыть Сергея Мазаева, может быть, с какой-то другой стороны. Почему я заговорил сразу о музыке? Потому что, готовясь к эфиру, я увидел, что вы пробуете себя в огромном количестве музыкальных направлений. Ну, музыка... В связи с чем это связано? В связи с тем, что вы продолжаете поиск, или вам нравится и так, и так? Мне и вот нравится, так? Я продолжаю и поиск, и мне нравится очень это, честно признаться. Но я изначально же кларнетист и учился классической музыке. И вот сейчас я в нее вернулся и, собственно, с удовольствием этим занимаюсь. Давайте так, сразу перейдем к очень приятному моменту. Да. Я знаю, что у вас планируется очень большой такой продолжительный, в хорошем смысле этого слова, концерт. Пройдет он, я так понимаю, в воскресенье ближайшее. Воскресенье, да? Арена Москва, да. Да. И у нас есть возможность прекрасно вас, уважаемые зрители, пригласить на этот концерт. Ну, как вы понимаете, билеты – дело сложное. За билетами мы приглашаем всех без исключения. Но сегодня у вас есть прекрасная возможность, уважаемые зрители, выиграть 3 пары билетов. Для этого вы должны ответить на вопрос, который сейчас Сергей Мазаев вам адресует. Как некая такая, как раньше говорили, музыкальная викторина. Да. Вам необходимо услышать сейчас вопрос, быстренько вспомнить, узнать, пытаться найти какие-то материалы в течение нашей программы. И, пожалуйста, на нашей стене, на сайте onlinetv.ru, опубликуйте свой вариант ответа. Первые 3 правильно ответивших получат по 2 билета на концерт Сергея Мазаева. Я уже знаю ответ правильный, поэтому я молчать буду. Итак, ваш вопрос. Каким был первый музыкальный инструмент, с которого я начал свою музыкальную жизнь? Вообще вот с нуля. Первый самый инструмент. Первый музыкальный инструмент Сергея Мазаева. Первый музыкальный инструмент Сергея Мазаева, с которого началась его, в общем-то, музыкальная, творческая биография. Пожалуйста, отвечайте на этот вопрос у нас на сайте. И не забывайте, что работает у нас телефон. Возможно, кто-то захочет адресовать свои вопросы с помощью этого средства связи. 8-499-918-43-78. А также с помощью видеоконференции онлайн TV-дефис. Онлайн-ТВ-дефис.ру. Вам нужно просто зарегистрироваться, и тогда мы вас увидим, и Сергей вас увидит, и тогда будет некое такое общение все-таки визуальное, как сейчас говорят. Да. Кстати, Сергей, как вы относитесь к тому, что вот современная жизнь людей, ну, некоторые считают, загоняет по домам? Вот сидят люди дома в интернете,
общаются с помощью социальных сетей, все время находятся в некоем... Хорошо. Это хорошо? Ну, конечно, неудобно очень идти по улице и общаться в социальной сети. Удобнее сидеть за столом. Прямо удобно чашечко... с кем-то идти по улице и общаться. Ну зачем? Это другая сеть. Это уже социальная сеть, состоящая из двух человек. Им тоже неплохо остаться дома. Просто когда нет дома, люди, как вот мы были молодые, в наше время у нас большая сложность была с помещением для любви. И поэтому мы в основном на улице встречались с девчонками, ходили в кино, там, в парки всякие. А вы человек интернета сейчас или все-таки вы успеваете? Нет, ну мне нет такого времени, чтобы посидеть там, что-то поискать. Только по необходимости. Естественно, я пользуюсь почтой электронной, безусловно. Ну и, естественно, интернетом я пользуюсь, но я не интернет-человек. Немножко об этом концерте поговорим. Все-таки с музыкантом надо сначала о музыке, а уже потом мы поговорим. У меня есть ряд таких вопросов, которые, ну, на мой взгляд, по крайней мере, мне интересны, насколько они будут вам. Вот этот концерт, это какой-то своеобразный отчет о проделанной работе или это очередная просто работа? Это и отчет, и очередная работа. Это, ну, как бы последний большой концерт в этом году на большой сцене для большого количества зрителей. Надеюсь, что они придут. Вот, и мы хотим там показать наши новые какие-то наработки. Просто пластинка у нас, ну, вот-вот-вот мы закончим над ней работать. И какие-то песни мы покажем в первой части концерта новые. А вообще вспомним очень старые вещи, которые на таких обычных клубных концертах, которые длятся час-полтора, на них мы просто физически не в состоянии сыграть все, что хотелось бы. И людям хотелось бы услышать. Мы слышим просьбы из зала всевозможные обычно. Но все их удовлетворить мы не можем. Ну, а вот если бы была такая, ну, представь себе, возможность вот петь, вот сколько силы позволяет и время. Ну, так оно и есть. Просто люди утомляются. Есть физическая граница, просто как бы уже удовольствие перестают люди получать от этого. То есть, ну, обычно 2 часа с небольшим – это предел. Вы сами ходите на концерты, в театр? Ну, по возможности хожу, да. Куда вы, где вы были последний раз, что видели? Последний раз я был на 10-летии «Леди Знайт» у своих друзей, ребят, на спектакле вот на этом. Вот 18-го хочу на «Маленькие трагедии» к ним уже сходить. Угу. Они будут в театре на Малой Бронной. Ну, просто бытует такое мнение, концерт, что художник должен как бы, ну, питаться, да? Конечно, нет. Вообще, да? Я очень люблю ходить на концерты. Вот, несколько дней назад был на открытии вернисажа в храме Христа Спасителя. Там есть какая, не помню, Fine Art Gallery, по-моему, называется. И там играл камерный состав Российского национального оркестра. Ну, это круто очень, когда камерный оркестр находится в камере, то есть в комнате. Камера по-итальянски – это комната. Угу. Ну, комната не в нашем понимании, там, хрущёба, а комната, ну, камера, как бы… Ну, да, более-менее у тех людей, кто заказывал эту музыку, собственно, которые жили в замках, там, вот, виллы их сейчас. И у нас тоже весь город полон таких домов, но они заняты вообще пенсионными фондами какими-то. Вот, и когда объем оркестра, звучание, плотность и сочность оркестра по количеству звука абсолютно идеально соответствует объему. И когда такое мастерство великолепное, Денис Шиповалов играл, Игорь Федоров солировали, это, ну, это один из лучших концертов, который я посетил. А вот объясните, почему такая странная ситуация, что вот существует такая музыка? Ну как, это музыка, собственно, есть музыка, а да, все остальное, кстати, это вот дети этой музыки. Правильно, но почему людей многих туда, как говорится, не затолкаешь? Ну, точно по тому же, почему и сложных писателей почитают маленькие, небольшое количество людей, занимаются живописью тоже. Это как бы зависит от уровня просто погружения в музыку, а ей надо учиться, не более, не больше, чем меньше. Ну, как, надо просто учиться музыке. Я всегда считал и считаю, что музыкальное, общее музыкальное образование, начальное, обязательно для всех. Потому что в отличие, ну, биологии, вообще знать о том, как устроен мир, необходимо нормальному цивилизованному человеку. А без музыки... То есть вижу, управлять эмоциональным фоном, понимаю, своим, слышу, да. Просто распознать свои эмоции, то есть чтобы больше, лучше управлять собой, собственно. Музыка очень помогает это делать. А музыка в какой-то степени правит миром сегодня? Или она задала свои позиции? В какой-то степени она всегда, нет, она всегда правит миром. Музыка, потому что она зашифрована в интонациях разговора людей. Вот как человек произносит первое слово, так он настраивает на себя ту аудиторию, перед которой он появляется, собственно. Музыка – это очень важно. Сценическая речь – это тоже часть музыки, это очень музыкальная, как бы, ну, то есть, в какой тональности вести беседу. Если вы хотите что-то добиться от человека, вам надо с ним беседовать так, чтобы ваш звук ему был приятен.
Это очень важные вещи. У нас этому вообще никто не уделяет никакого внимания. Ну, наверное, в специальных каких-то... Я, честно говоря, жалею, что по всем вроде бы законам жанра я должен был попасть хоть в какую-то музыкальную школу, но я не попал. Чуть-чуть на гитаре потом научился играть. Не поверите, но это не поздно сделать никогда. Я флейту взял в руки. Ну, правда, я был музыкантом, конечно, но я флейту взял в руки вот в 37 что ли, лет. Вот так, 36, а зачем вы взяли? Ну, она появилась у меня случайно, как предмет просто. Это было в Швейцарии. У нашего товарища, который нас туда возил на гастроли, собственно, в 93-92 годах. И когда я попал к нему первый раз в офис, он такой запанкованный художник, фотограф, такой, в общем, любитель жизни, веселый парень. И у него в качестве подпорки у Фрамуги была флейта, да. Очень красивая. У него там красивые арт-объекты были вообще. И все это смотрелось достаточно органично. Но для меня, как для музыканта, такую роль отдали сердце музыкальному заболел. Инструменту, да. При том, при всем, что когда я вот был маленький, когда первый кларнет, который у меня появлялся в руках, он был сделан, ну, как мы называли тогда, из асфальта. Они были эбонитовые, ленинградская фабрика их выпускала, немецкая система. Они, конечно, на них можно было начать учиться, я, собственно, что я и сделал, но играть на них профессионально было невозможно. А есть у вас любимый инструмент, нелюбимый инструмент? Вот. Вообще нет, вы знаете, я инструментов как детей люблю всех. Всех. А есть инструмент, который вам никак не поддается или, может быть, и не поддастся никогда? Фортепиано. Это моя слабая часть. Да. Фортепиано? Да, на нем надо учиться начинать достаточно рано, потому что там разные доли работают мозга, понимаете? Да? То есть правой рукой управляет левая долька, а левой – правая. И междольная вот эта область мозговая, которая их координирует между собой, она очень хорошо развита у пианистов вообще, у людей, которые занимаются несимметричным движением рук. Mm-hmm. Это очень полезно. Ну, детям дают, знаете, такие игрушки с шариками для мелкой моторики, чтобы они развивались. Да-да-да. Ну, если проще сказать, любая наша часть тела, любой вообще волосочек, палец, это часть, это отросток мозга, собственно. Mm-hmm. Потому что мы начинаемся все с ДНК, с маленькой мозг, и потом он разрастается в руки, в ноги, в глаза, в нос. Все, так сказать, все это появляется уже. И вот развивать пальцы, это развивать кровообращение в мозге, это очень полезно. Я всех своих детей обязую заниматься. А вот вы музыкант. Фортепиано даже без желания. Это неожиданно для меня, конечно, такой ответ был. А скажите, пожалуйста, вот вы музыкант, вам вообще вот звуки, которые существуют вот в вашей жизни, доставляют какую-то боль? Нет. Вы любой звук воспринимаете? Звуки, да, я к звукам очень, мне приятны любые звуки. Ну, просто надо, как, да, если нет настроения получать дозу низкочастотных, там, мощных каких-то колебаний, то просто не надо заходить в танцевальный ночной клуб. А вы можете, например, все выключить, чтобы вообще тишина была? А ее не существует. Все равно музыка. Фонят сети даже электрические, там, не знаю, шумят за окном, ветер, ну, все что угодно, тишины нет. Шумит даже кровь у нас внутри. Мы просто подсознательно пропускаем это мимо нашего сознания. То есть она шумит там где-то подсознание. Интересно. Может быть, она иногда помогает создавать какие-то произведения. Вы, кстати, вот как надо вы вот если о своем теле, если, да, каждый человек чувствует свое тело. Когда оно молодое, когда оно среднего возраста, когда оно становится пожилым и так далее и тому подобное. Вот ваше тело, оно помогает вам жить или мешает? Это, собственно, мое тело, это я и есть. Это отросток моего мозга, собственно. Как, поэтому невозможно отделить тело от сознания. Я православный, но атеист, понимаете? Православный атеист? Да. Ну, я православный, потому что я воспитан в христианской традиции, я крещенный, но я не верю в Бога. Вот. Я физик, математик. А во что вы верите? Я верю в науку. В науку? Да. Но я не могу сказать, что я не верю ни во что. Но я верю в науку, потому что все равно там в науке наука это единственное, что открывается и открывается с каждым. Ну, то есть я как бы. Но мы же не знаем, может быть, это не наука, а некая часть так, Бога. Ну, вот мне так, это не важно. Назовите как угодно. Мне проще это говорить, называть вещи своими именами. А вы упомянули сегодня храм. Богов их, во-первых, очень много, даже христианских. Согласитесь. Ну да. Вся проблема в том, что. Ну, главная проблема состоит в том, что Господь Бог всемогущий, вот какая у меня к нему претензия, не смог одинаковый о себе файл вложить всем людям в голову. Понимаете, у всех Бог какой-то свой, и с именем Бога на устах люди столько друг друга переколотили в истории человечества. Вот, и насаждали свою религию. Ну, может быть, мы пазлы чего-то единого. Нет, мы просто недоразвиты. И это, соответственно, на каждом определенном стадии развития общества это имеет смысл какой-то. Сейчас это постепенно стирается. Все. Вы же понимаете сами, что, вот, например, ну, тоже, ислам сейчас переживает то же самое, что христианство переживало в эпоху инквизиции, собственно.
средние века, вот, до эпохи Возрождения. Было все эти костры и прочее. Сейчас вот ислам пошла самая молодая религия. А вот фраза о том, что... Вы посмотрите, просто я хочу закончить. Этой темы лучше не касаться, в принципе. Люди, потому что очень болезненно многие к этому относятся. Но вот тема, там, мусульмане, живущие в Дании, и мусульмане, живущие в Афганистане, это абсолютно разные люди. Ну, наверное, православные тоже немножко. И православные, вообще, и христиане тоже, конечно. Кстати, более терпимые, более гуманные. Кстати, сегодня католический день Святого Николая. Такой очень приятный, большой даунинский праздник. Николай Угодник, да. Санта-Клаус, собственно. Да, 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 да. Я был удивлен, когда был в Турции, там тоже есть Санта-Клаус. Конечно, там очень много мир, христиан. Мир, город, да, вроде бы там мощный Святого Николая. Ну, да, да, если бы не большевики, то не было бы никакого. А как вы к большевикам относитесь? Ну, как к объективной реальности, которая была в нашей истории, и ничего с этим поделать невозможно. Если бы вы в то время перенеслись, вы бы были на стороне временного правительства, учредительного собрания? Нет, ну, конечно, я бы постарался бы сделать все, чтобы революция закончилась февральской в нашей стране. Февральская революция, учредительное собрание и прочее. Вот. То есть вы готовы договариваться? Не то, что готовы, это единственный разумный способ сосуществования. Это есть такое понятие в экономической науке — общественный договор. Вот. Mm-hmm. Это то, к чему нам надо стремиться всем. И усовершенствовать его. Может быть, потому что музыкантам иногда легче договориться друг с другом. А ну, сыграй, а я сейчас подхвачу. И вы сразу понимаете, кто чего умеет. Не от профессии зависит. Конечно, музыканты — люди более гибкие эмоционально. Вот. Многим музыкантам не хватает как раз естественного образования общего, чтобы понимать, как устроен мир по-настоящему. А почему? Ну, просто не хватает времени и внимания в детстве. Потому что когда начинает получаться, я сам помню, что я вот когда все эти пробелы в образовании, которые у меня есть, они были связаны с тем, что у меня не хватало самоконцентрации, внимания. Просто чтобы на этот предмет просто обратить достаточно внимания, чтобы его изучить. Меня увлекала как бы специальность, например, я, uh-huh. и я пропускал фортепиано, то есть не занимался. Я считал, что у меня кларнета будет достаточно всегда. Ну, а вот когда вы учились, школа, период, скажем так, вот становления, да, что вы из этого периода в свою жизнь забрали, а что осталось там, не получилось? Практически все. Все. То есть все знания, которые я получил в школе, в средней, они, во-первых, они достаточны для того, чтобы быть нормальным человеком. Мы просто их все забываем, не имеем. Мы остаемся в какой-то своей узкой профессии, в ней даже достигаем больших высот, а вот смежные какие-то вещи, мы просто, ну... В силу обстоятельств просто пропускаем, не занимаясь себя. А все великие открытия, все новое, что сейчас человечеству будет полезно, оно рождается и создается на стыке наук. Вот о науке. Я когда готовился, да, справочку себе такую подготовил, если что неправильно, поправьте меня. Образование. Физико-математическая школа номер 279, правильно? Ну да, но она не называется физико-математическая, она школа имени Твардовского. У нас был просто класс А, традиционно физико-математический. Так, тут мы с вами, кстати, немножко коллеги. Музучилище имени Ипполитова Иванова по классу кларнета. Кларнет, да. А институт имени Гнесиных? Нет. Нет. Училище имени Гнесиных потом. После уже университета, после армии. Когда я вернулся, там... я поступил в университет, учился в университете, и потом все-таки бросил и пошел работать в филармонию. Это имеется в виду экономический факультет МГУ? Да, да. И я устроился на третий курс музыкального училища, получил справку для того, чтобы у меня тарификацию сделали в филармонии. То есть, 7 рублей. Я так понимаю, что, в общем-то, у вас незаконченное высшее образование, правильно? Незаконченное, да. Высшее. Не жалели, что им закончили? Конечно, жалею. Конечно, жалею. А какая должна была быть профессия, если бы все? Ну, на кого учились? Преподаватель политэкономии. И, да вы что? И у меня еще была специализация на кафедре экономики зарубежных стран, франкоязычная Африка. Вот. Но у нас она не началась, потому что я просто бросил. Вот сегодня университет, Московский государственный университет. Вот мне почему-то кажется, что если бы я туда поступил, я бы, наверное, все бы сделал. Ну, по молодости все бывает, там, все что угодно. Но я бы там все-таки остался. Почему вы все-таки расстались? Ну, знаете, это был Советский Союз, это был 82-й год. Такой расцвет застоя. Ну вот. И финальный. Плюс я из очень простой семьи, у меня не было никаких родственных связей, которые могли потом пристроить меня в какие-нибудь там серьезные области деятельности после университета. Максимум, что мне казалось, я смогу получить, просто там, это преподаватель политэкономии в железнодорожном техникуме, ну, образно говоря, или еще что-нибудь. То есть вы сами себя запрограммировали? Ну, да? Я видел просто там детей, внуков, членов политбюро на нашем факультете. Ну, а чем вы хуже? Вы же там были. Что значит, чем я хуже? Возможности не те. И взгляд на мир был не тот, естественно. Мы простые люди, и мы прямо от земли начинаем видеть свою жизнь. Если их родители, те, кто стали членами политбюро, жили... То есть я такой же, как вот их родители, скорее, был бы. Потому что люди, родившиеся совершенно не в советских, как бы, условиях.
условиях, жившие, вы почитайте там о Жданове, о его детях, что во время военной блокады творили эти люди. Поэтому... А кстати, кто ваши родители? И мои родители простые. Папу своего я практически не знал никогда. Мы они с мамой разошлись очень рано. Угу. Вот. Я его дважды видел, и мне, конечно, очень жаль, что мы... Вы видели его? Ну, видел дважды, да, ну так, при случайных обстоятельствах уже как-то так. Даже не знаю, что сказать. Вот. Единственное, могу сказать, что мы с ним родились в один день. Вот. А его дед погиб, по-моему, в первый год войны, и, соответственно, ему было всего там 11 лет, и он, в общем, без отца вырос, и, собственно, у нас это как бы такая невольная традиция получилась. Да. Вот когда появился отчим, все-таки тактильного контакта такого не было, и, в общем, я был без мужского как бы воспитательного начала, мне было сложно. И у меня из-за этого привязанность к своим учителям всегда, видно, была в детстве. Я очень любил своих учителей. Я помню, вот учительницу, которая сделала меня первая моя учительница, сделала музыкантом вообще, которая полюбила меня учиться. Как это была фантастическая женщина, Галина Анатольевна Бадьянова. В 292-й школе она преподавала. Вот, и я с ее сыном, с Алешей, мы с ним учились с первого, до сих пор, ну, как контакт есть, он музыкантом тоже стал. Он учился на скрипке, а потом стал гитаристом и достаточно известным гитаристом сейчас. А Алексей мама? Бадьянов. А мама? Мама моя, слава богу, жива-здорова, слава богу, здоровья. Да. Вот. И, ну что, она у меня работала всю жизнь в торговле, потому что когда, она сначала пела в хоре Попова, даже когда была маленькая, потом она мечтала стать врачом, но потом родился я, и ей пришлось идти зарабатывать. А вот скажите, фактически вы отца... Но голос у меня в маму. Понятно. Она у меня очень красивый голос имеет, да. Поет? Ну, она поет сама просто, но голос у нее просто очень красивый, поют все. Понятно. А вот вы сказали про отца своего следующего. А какой вы отец? Ведь трудно у вас сказать. Не было примера. Хотелось бы быть лучшим отцом, чем я есть. Почему? Ну, что не хватает? Не хватает мне немножечко вот такого мужского драйва, так сказать, там... Вам не хватает мужского драйва? Ну, в плане достать денег, чтобы купить хорошую квартиру, там, еще что-то. То есть вот таких больших... Я как-то не решаюсь заниматься немножко не своими делами. Давайте мы сейчас, уважаемые коллеги, предложим нашим уважаемым сетезрителям по-прежнему отвечать на вопрос на сайте onlinetv.ru. Первый музыкальный инструмент Сергея Мазаева. Первые три получат по два билета на воскресный концерт. И немножечко послушаем джазовый, скажем так, проект. Ну, это вот эстрадный оркестр мой, да. Да, послушаем чуть-чуть. Бываю на джазовых оркестрах или смотрю, помните, там еще вот старые времена, там Джеймс Ласт, ну, то, что показывали, например, в Советском Союзе, или диски выпускали. Сегодня, кстати, Эннио Морриконе у нас гостит в столице. Вот мне всегда, когда я смотрю на джазовых музыкантов, вот они всегда какие-то улыбчивые и какие-то такие, вот они кайф ловят тут же прямо здесь. Ну, потому что эмоция такая, музыка это эмоция. Собственно, это ничего другого в этом нет. Чем для вас отличается работа в моральном кодексе от джаза? Есть отличия какие-то? Ну, конечно, есть. Ну, во-первых, рок-музыка, она более прогрессивная и более современная, чем джазовая. Джазовая старше. Вот. Потому что я духовой музыкант, я очень любил эту музыку с детства. И я вообще мечтал стать трубачом. Но стал кларнетистом не совсем по своей воле, но не жалею об этом. Я и благодарен своим учителям всем. А вот как можно взять, так собрать людей? Ну, это доставляет огромное удовольствие. Почему вот эмоции такое ставят? Потому что музицирование настоящим музыкантам доставляет огромное удовольствие. И люди преданы своей профессии и радуются, и с удовольствием делают. Поэтому у них на лице удовольствие всегда нарисовано. А что, от чего вы еще, кроме музыки, получаете удовольствие? Ой, много от чего. От еды, от сна, от плавания, от катания на лыжах, от игры со своими детьми. Так, а что вы любите? Я просто от еды точно. Да на лыжах люблю. Я уже да нет, давно не катаюсь. Любые продукты могут быть приготовлены мастерски. Сами готовите? Иногда да.
А вот еда в вашей жизни, есть какой-то культ, или это все-таки просто некая... Вообще, по идее, должен быть. У каждого человека должен быть культ еды, потому что мы — это то, что мы едим. Вот я, например, недавно узнал, что у меня глютеново-лактозная неусваиваемость. Так. Вот. И я сразу начал как бы остерегаться продуктов, которые мне сказал врач. Просто они не усваиваются. Знаешь, что мне, это как бы вредно не в таком, не в совсем убийственном смысле слова, как там водку вредно пить. Угу. А вредно, потому что просто организму некуда девать эти продукты. Нечего делать с этими веществами. И они оседают вот в плане... Они теряют форму и носят на себе просто скафандр такой из 12-15 килограммов. Там. Вот. А я в свое время услышал такую фразу от одного умного человека. Сказал, что первый враг старости – это тучность. Все остальное на следующем плане уже. Вот. И я понял, очень логично. А вы вообще, вас поэтому можно... Поэтому культ еды в том смысле, что занимать вот то голодное место в желудке надо очень качественно, надо максимально, максимальное КПД, надо, чтобы это было вкусно и полезно по максимуму. Вот надо к этому так относиться. У нас сейчас есть сетезрительница по телефону 849-918-43-78. Сетезрительница. Да, это да. Очень приятно. Насколько мне подсказывают Мария, да? Мария, здравствуйте. Верно. Здравствуйте. Мария, пожалуйста, Сергей Мазаев здесь у нас в студии. Ваш вопрос. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, в чем отличие между российским роком и роком зарубежным? И почему у нас такой низкий уровень образования качественных рок-групп? Ух ты. А вы какое имеете отношение к рок-музыке? Исключительно в качестве слушателя. Спасибо большое, спасибо. Вот о, какой вопрос прям так. Чем отличается? Ну, отличается вообще вся наша жизнь от там, западной цивилизации. Ну, мы тоже западная цивилизация, но мы немножечко откатились назад. Но мы отличаемся, главное отличие наше в том, что у них, наверное, у них нет понятия мелочей. А у нас есть главное какое-то дело и какие-то мелочи. Вот мы плинтус грязный, хрен с ним, зато мы делаем ракеты, понимаете? Да. Вот. А у них и в области рок-н-ролла все точно, все то же самое. То есть системы построены по одному принципу все. А я где-то слышал, ну сейчас много всевозможных. Много мелочей, которые, собственно, создают. Весь мир состоит из мелочей. Из там мелких вещей. Но иногда мелочи собираются в некую такую мозаику. Иногда, собственно, все большие вещи состоят из мелких составляющих. Я наоборот где-то слышал вот музыкальные программы, их много, рок-н-ролльные, да, по поводу того, Маша, что старые, ну или, скажем, ветераны этого движения там у них на Западе почему-то считают, что именно в России будет возрождение нового рока. Это как с этим? Ну, вполне возможно, поскольку у нас сейчас большой бум этого всего начинается, когда это стало доступно в плане технического воплощения. То есть, когда мы учились всему этому, помимо того, что жанр рок-н-ролла был очень узко представлен, в принципе, мне посчастливилось работать в роке в советское время. Я, в конце концов, работал в группе «Автограф» 4 года. Это была флагманская как бы группа, которая играла прогрессив-рок, и мы поездили даже по миру, по всему. А что касательно второго вопроса, вот, Марии, по поводу того, что низкий профессиональный качественный уровень. У нас просто нет образовательного пока никакого вообще фонда в области рок-музыки. А можно как-то устроить какое-то такое училище? Уже сейчас нет, уже появились в ГИТИСе, появились на продюсерском факультете, там какие-то курсы люди слушают по звукорежиссуре, по продюсерингу. А вы бы могли что-нибудь преподавать? Я нет, к сожалению. А вы же должны были стать преподавателем политэкономии. Ну, по музыке вы могли бы. Если бы я подготовился к преподаванию, я бы, может быть, и преподавал бы, но надо как минимум самому пройти какой-то курс обучения систематизированный, понимаете, чтобы потом систему эту, потому что если я буду то, что я сам типа где-то как-то узнал по своим собственным эмпирическим способам, я могу просто искалечить человека как специалиста. Я могу что-нибудь сказать не то. Он будет в этом области развиваться, а это неправильно. То есть не так надо было делать, понимаете, зачем? То есть... Я очень люблю учителей, я понимаю, что это не просто так все. Учителя великие, это самые великие люди. Я считаю, что вообще основа цивилизации нашей должны составлять учителя. А вы... И отношения мы должны изменить свои к учителям. Это должны быть боги наши все. Молиться надо на учителей. Учителя тоже разные бывают. Нет, надо. Я не хочу говорить, какие они бывают, я хочу говорить, какие они должны быть. Мы говорим об идеальном же, правильно? Заметьте, это говорит неверующий православный, да. Так скажем. Да. А вот люди, вообще люди, которые окружают вас не в смысле вашей жизни, ваш ближний круг, а просто люди, вы их любите или они все-таки мешают вам жить? Нет, я люблю людей. Вот я тоже иногда думал на эту тему. Я в целом люблю людей. Даже. Как бы люди — это самое... Для меня человек — это...
Человеческий мозг – это самое совершенное скопление атомов и молекул во Вселенной. Вообще ничего более совершенного, чем мозг человека, во Вселенной нет. Это самая большая ценность. Вот моя вера, собственно. Может быть, поэтому список вашего участия в самых разных проектах настолько огромен. Я даже помню пластинку, если поправьте меня, Барыкина где-то, да, вы тоже работали. Ну, это я как саксофонист просто, сессионный музыкант, вы можете, участвовал. Вот так немножечко перечислить такой вот наиболее работы, которые вам запомнились, где вы работали как музыкант. Как музыкант. До морального кодекса. Не до морального, параллельно. Ну, или да, и параллельно. И до, и параллельно. Ну, вехи, которые вот вы хотели бы, ну, знаете, веха, как ординатор. Была, когда я поступил в музыкальное училище, мы познакомились и подружились с Игорем Матвиенко, собственно, до сих пор с ним дружим. И мы с ним создали вместе группу, которая потом под название «Здравствуй, песня», собственно, устроилась работать в Краснодарскую филармонию. Потом я с Алексеем Беловым играл, это потом создатель группы «Парк Горького» на «Осколках», группа «Москва». Записывался я как музыкант с «Машиной времени», с Александром Кутиковым. А с «Машиной времени» я участвовал в их юбилейных концертах, там 15, 20, 25 лет, они меня приглашали раньше. У Александра Кутикова в «Пластинке этажи» я играл саксофоновые партии. Для Сосо Павлиашвили играл. Очень для многих. Я прям даже не помню. У Гарика Сукачева, когда он писал свою пластинку «Дорога под землю», по-моему. А есть музыканты, с которыми вы... Для Гарика. Я вообще с Гариком близкие друзья. Я у него всегда участвовал во всех его таких больших концертах. Понятно. То есть ходите в гости друг к другу, скажем, ну, так, в общем, музыкальном, да, плане. Ну, больше я к нему, потому что мне есть чего у него делать, а... А есть музыканты оттуда, с которыми бы вам хотелось поработать, и с кем вы работали, может быть, и с которыми пока вот судьба не свела? Нет, ну, с музыкантами ни с какими мы, конечно, не работали. Мы выступали в одном концерте с очень многими звездами. Первый раз это как «Моральный кодекс». Mm-hmm. Это было в Таллине в 93-м году. Rock Summer был такой фестиваль. И мы там выступали, да, мы разыгрывали группу «Faith No More». На следующий год мы там же, в Риге, играли в одном концерте с Бьорк. Вот. Потом в парке Горького мы играли вместе с ZZ Top. На стадионе «Динамо» мы разогревали публику перед «Статус Кво» и перед Deep Purple, перед их первым большим настоящим концертом. А вот ощущение? На «Заряд» мы тоже играли несколько раз вместе. И, ну, в общем, общения особого никакого не было. Вот однажды в Петербурге, когда... Как раз вот в тот приезд, когда они были в Москве и в Петербурге, Deep Purple, мы играли концерт в «Голливудских ночах», там был такой клуб. А их привезли туда на ужин. Mm-hmm. И вот Гловер, я помню точно, и Джон Лорд, они отсмотрели наш концерт полностью. И Лорд еще, Гловер показывал кайф. Молодцы. Ну, это хорошо. Ну, конечно, хорошо. Это приятно было очень. А вы вообще как относитесь к критике? Сами себя критикуете или что-то слушаете? Ну, это зависит от того, в каком настроении я нахожусь. Настроение меняется у вас? Ну, конечно, как у всех людей. Хорошо. Вот такой вопрос. Сегодня, кстати, день рождения группы «Ласковый май». Ну, так по некоторым. Ну, это приятно. Да. Я поздравляю ребят из «Ласкового мая». Это была победа, на самом деле. Вот, большая. Как вы относитесь к другой музыке, да, которая существует сегодня? Ну, поп-музыка ее называют, да? Есть, да, такое поп-музыка popular. Со слова popular. Популярная, да, музыка. Ну, есть, у нас еще по-другому называют, да, всевозможные там поющие трусы, девичьи, это, мальчишки. Это завистники, группы. Завистники. Вот скажите, как вы относитесь? Неужели вы такой добрый, что вся музыка имеет право на существование? Ну да, я слушаю свои записи, там, например, 25-летней давности, и понимаю, что это те же самые ребята, которые поют сейчас вот так же, как бы криво-коряво. Но если они посвящают этому жизнь и любят своих учителей, то их ждет светлое будущее, успешное очень. А как вы считаете, у каждого человека должен быть некий наставник в жизни? Ну, желательно, полегче просто. А где его искать, если не говорить о учителе? Ну, он появляется время от времени. Он у каждого человека появляется сам по жизни. Главное стремиться к совершенствованию. А что такое дружба для вас? Ну, это такая составная часть любви в целом. У вас сколько друзей? Много. Много сколько? Не могу сказать так. Но есть люди, которыми у меня сложились близкие душевные отношения в течение жизни. Все-таки мне немало лет уже, и у меня много друзей. А вас предавали? Ну, я вообще как бы стараюсь. Ну, что значит предавали? Когда вы ставите рамки какие-то определенные, тогда да, будет предательство. Будет, ну, может, если это близкий человек, тогда всегда. Если все-таки человек же мне для меня больше страдания вызовет потеря человека, нежели пережить там 3-5 дней какую-то там глупость.
этого человека. Вот, я просто можете стараюсь... подняться на... Я могу, да, я стараюсь так делать, может, не всегда получается, но когда не получается, я просто отворачиваюсь и просто, ну, как-то перестаю общаться с этим. А вы можете на кого-то накричать, сказать? Конечно. Ну, все. Да, сдержанности мне не хватает, 100%. А, не хватает. Да. Ну, может быть, потому что вы там стрелец, если верить Гороскопу. Ну, не поэтому. Стрелец как раз говорит о том, что надо на этим, это предупреждение о том, что вам не хватает сдержанности, надо себя контролировать. Вот что такое вот знаки чего. Зодиака. А не просто наслаждаться тем, что я не сдержан, разойдись, раздайся, грязь, говно плывет. Нет. Угу. Так ни в коем случае нельзя себя вести русскому человеку, интеллигентному, культурному. Сейчас у нас на связи Елена, дозвонившаяся к нам по телефону 8-4-9-918-43-78. Можно даже не надеяться, однозначно прекрасная. Елена, да. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, Сергею Мазаеву. Я хочу выразить сначала просто восхищение Сергеем. Так приятно видеть человека, столько сделавшего, в общем-то, в рок-музыке и лишенного пафоса. Спасибо. В своей персоне. Спасибо. Ну, по крайней мере, не, я очень пафосный. Это очень приятно. Слушай, я каждый день встречаю более пафосных людей, и меня ставят на место. Ваш вопрос, Елена. Хотела про личную жизнь спросить. Не ревнует ли вас жена к многочисленным фанаткам? А вы фанатка? Еще... Да. Ревнует, конечно. Нет, я не фанатка, я поклонница. О. Вот. И еще, если можно, вопрос. Вы... ну, может быть, из музыкальной среды, из известных людей дружите с кем-то, семьями? Конечно. Именно вот... Конечно, дружим, спасибо. Да. Спасибо, хотелось бы услышать. Вот такой ну, мы с Вовой Пресняковым дружим, всеми семьями, которые у него были, всегда дружили. Семь. Ну, ничего страшного, и с Кристиной мы друзьями остались, и, в общем, сейчас с Наташкой Подольской хорошие отношения очень мы... С Маршалом, мы с Сашкой дружим, с семьями. Ну, там уже большие дети, а у меня сейчас маленькие, поэтому просто у детей интересов общих нет пока. А вот... Нет, многие с многими. А когда у вас... Актеры, там, Славка Разбегаев, мой друг хороший очень. Да, мы снимаем одно, кстати, кино, должно скрывать. А скажите, пожалуйста, вот когда рождается ребенок, когда вы понимаете, что это ваш ребенок? Сразу или чуть позже? Ну, нет, сразу, конечно, я его рожаю, как бы я принимал роды у своей Но есть жены. Такое мнение, что мужчина чуть позже начинает осознавать, что это его ребенок. Ну, это имеется в виду, очевидно, возраст. Вот когда мне было 24 года, когда первый сын мой родился, тогда я был без царя в башке, конечно, я ничего не понимал. Но поскольку еще и у меня не было родного отца рядом никогда, поэтому, может быть, это у меня это частный случай. Я бы, конечно, желал вашему населению, чтобы этих частных случаев практически не стало, чтобы люди все-таки... А вообще, какая главная проблема сейчас в России, как вы считаете? Здравомыслие. Здравомыслие? А что такое здравомыслие? Что нужно сделать, чтобы... Ну, что нужно сделать, чтобы родить и воспитать? Не просто вырасти, а воспитать приличного, нормального, цивилизованного человека. Что для этого нужно? Для этого нужна экономическая база материальная. Да. Вот над чем надо работать с молодежи. Прежде чем рожать... Потому что рожают все, и коты, и кошки, понимаете. И Но они же не думают об этом. Ну вот, к сожалению. Поэтому у них учителей, им не хватило учителей этим людям. Надо страшное пристальное внимание нам. Дороги и учителя, нам ничего не надо больше. Дороги и учителя. Да. О, вот это точно новый хватает. Лозунг. Да. Ну, у меня был старый лозунг, учитель-врач-милиционер, когда еще были. Это новая святая троица должна быть в России. Это должны быть самые три престижные профессии. Когда народ, население нашей страны захочет стать учителем, врачом и милиционером, тогда я готов идти отдавать своих детей в армию и умирать за эту страну. А что для этого нужно сделать? Вот нынешняя власть... Повышать уровень здравомыслия. Где? Везде? Везде. А как вы относитесь вот к современной ситуации экономической, к власти, к политической обстановке? Вы этим интересуетесь? Или ну, более-неволе, конечно, интересуюсь. Почему? Ну, это, во-первых, я нахожусь в экономическом процессе, я работаю, у меня есть юридическое лицо, организация, я плачу налоги. Могу сказать вам, что, может быть, я ошибусь, но если выкинуть всякие офшорные зоны из внимания, то у нас в стране самое лучшее, самая выгодная налоговая политика в мире. Но у нас, говорят, и Конституция самая лучшая в мире. Да. А что ж так вот... А как вот как Жванецкий говорил, а включаешь, не работает. А потому что Жванецкий сам с себя не хочет начать. Он ходит, советует. У него рэбообразная публицистика. Да. Вот мы узнали, кого вы не очень. Не, почему? Мне нравится очень нравится мне Жванецкий. Ну что вы, мне Жванецкий нравился и нравится. Ну просто, ну как бы... Так а как вот начать себя? Вот он своим, надо как, с себя начать, надо галоши начать носить. Так. И, ну, подметать улицы до конца, до асфальта, понимаете? Летом поливать.
убирать. Я изумлялся, но я так шутливо говорю, что ребята из Средней Азии, как бы, они очень хорошо убираются во дворах у нас, там, бумажки, мусор всякие, там, окурки, а песок не убирают. А потом, понимаешь, они же в пустыне живут, для них песок не грязь, и, как бы, подметать песок для них абсурд. Потому что как заставить Ивенко убирать снег? Понимаете? Он может его разгрести, построить хижину иглу там, или еще что-нибудь. Вот, но это шутка. Но на самом деле, если человек приезжает в Москву, он должен стать москвичом. И самое большое мое, как бы вот, я сокрушаюсь на ту тему, что мы не распространяем Москву по стране, чтобы везде было, как в Москве. А у нас все привозят свой Житомир в Москву, понимаете? Mm-hmm. И здесь его устраивают, и как-то еще в зависимости от мощности людей. Они начинают эти порядки здесь вокруг себя. Это вас москвич говорит сейчас? Конечно. Потому что Москва – это самый лучший город Земли. Это понятно. Но... И мне бы хотелось его копировать, понимаете? То есть я знаю, что люди, которые живут во всех других городах нашей страны, они хотели бы жить в Москве, ну, либо как в Москве, понимаете? Чтобы было несколько театров в городе, чтобы были дороги получше, чем у них. У нас тоже проблемы страшные. Но, чтобы... но у нас, вот эти законы хорошие, все хорошее, но мы сами не умеем не работать, с ними... Мы с ними не умеем работать, мы не хотим, мы ничего не делаем. Надо ставить себе диагноз для того, чтобы излечиться. Мы все время скажем, о, смотрите, а он тоже украл. А раз так, то и... Это, да, ну, понимаете. Хорошо, это у нас сейчас слушатели есть с помощью... низкий уровень образования. С помощью видеосвязи, будьте любезны, покажите нам нашего уважаемого... Вот это да, вот чудеса техники какие. Чудеса техники. Же. Совсем немного времени у вас остается для того, чтобы ответить на вопрос первый музыкальный инструмент Сергея Мазаева. Какой у нас зритель красивый. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения. Ксения, спасибо вам, что вы пришли к нам. Ксения, ваш вопрос Сергея Мазаева у нас видит, восхищается. Кому-то повезло, Ксения, с вами очень. Да. Ой, мне очень приятно, если честно, смотреть. Очень приятно, что вы меня видите. Приятно, что я с вами общаюсь. Сергей, у меня к вам такой вопрос. У вас в воскресенье будет концерт. Хотелось бы спросить, какие-то будут новые фишки, что-то интересное? Будут ли старые хиты звучать? Старые фишки. Будут, да, будут все фишки старые, обязательно лучшие все, которые мы накопили за эти годы. И несколько новых фишек мы тоже поставим на красное. Смотрите, как взволновался, я чувствую прям, ну, конечно, биоэнергетика все... пошла от Сергея Мазаева. Ну, потому что ничего нет. Понимаете, если человек – это самое красивое скопление атомов и молекул во Вселенной, то среди человеков самое красивое скопление атомов во Вселенной… Самые лучшие атомы и молекулы. Это женщины. Это женщины. Это самое прекрасное, что есть вообще во Вселенной. Ничего прекраснее женщины нет. Брюса говорил, ты женщина, этим ты права. Все, конечно. У вас есть еще вопросы, мы не хотим с вами расставаться. Приходите на наш концерт. Достаточно развернуто. А старые хиты будут звучать? Конечно, но куда без них? Подпевать. Без них нас не выпустят из зала просто. А вы сами на концерт-то пойдете? Вы в Москве? Нет, я сейчас, к сожалению, нахожусь не в Москве. А откуда вы к нам дозвонились, скажите, пожалуйста? Вообще живу в Москве, сейчас я нахожусь в Ярославле. Ой, прекрасный город. Передайте привет огромный Ярославлю. Хорошо, обязательно. Спасибо вам. А вы, кстати, может быть, попробуйте ответить на вопрос, какой был первый музыкальный инструмент? Не сможет прийти. Сергея Мазаева. Не смогу. Ну, хорошо. Спасибо. Тем более, что подсказки по ходу программы уже были. Спасибо вам большое. Вот посмотрите, очень приятно, что люди хотят фишки, и старые фишки, и новые фишки. Сергей, постепенно, я знаю, что вам нужно будет скоро уходить, потому что у вас... Ну, мне очень приятно работа общаться с вами, с вашей аудиторией. Ну, еще буквально посидим, минут пожалуйста, 10 я, есть, я да? ваш, пока я ваш. Ну, вот, скажите, пожалуйста, вот что вас сегодня, помимо экономической и политической, вот раздражает в людях? Вот чтобы вы как некий человек уже с опытом жизненным посоветовали? Ну, многие моменты. Но сейчас они не то чтобы так раздражают, к этому привыкаешь. И как бы, ну, находишь к этому какие-то объективные объяснения. Ну, не любовь к себе. То есть человек не любит себя, свое тело, не любит свой мозг, не любит мнение о себе. А почему? Не знаю. Не научили? Хотя вот я вот, хоть и не верующий, но я, правда, православный. И к этому близко очень нахожусь. У меня очень много друзей. Наш барабанщик, он вообще иеромонах сейчас на Афоне. Очень там на хорошем счету, так сказать, у братьев. А вот, кстати, монахи... Я хочу сказать, что написано, ну, в заповеди же оставил Бог православный. Это Божий моральный кодекс. Не важно, ну просто он оставил заповеди. Это моральный кодекс любого человека, который считает себя христианином. Он должен соблюдать их. Точно так же, если мы русские люди, живущие в России, мы должны соблюдать русские законы наши.
Это вот, там, если ты работаешь в полиции, то у тебя в руках находится закон. И это твое, и кто его нарушает, это должно тебя коробить. Это должно как диссонирующие ноты фальшивые для музыканта, для полицейского, настоящего полицейского. Я про идеальные варианты говорю. А у нас, в общем, пока ситуация складывается так, что это государство, которому, частью которого является полиция, оснастили хорошо людей, одели, обули, дали оружие, но забыли заплатить деньги. А вы верите, вот. В то, что сейчас, если я не верю, я знаю, деньги, да, они будут работать? А будем увольнять? Во-первых, нет. Когда вы даете зарплату человеку 60 тысяч там, или 50 с присягой, со всеми делами, во-первых, вы не возьмете никакого идиота на эту зарплату. Он будет, должен быть подготовленный человек. Uh-huh. Вот. Во-вторых, он принимает присягу, он несет ответственность. Вот и все, ему есть чего терять. Тут не только зарплата, тут нужно социальную лестницу выстраивать, как в американской полиции. Ну а вообще все ли можно... Потому что человек, отработав в полиции там, 25-30 лет, имел квартиру, загородный дом... И небольшой счет в банке. А все ли можно мерить некой суммой, конечно, и некими все, социальными? Да. А что в этом плохого? По-другому. А как? Чем еще? Ведрами воды свежей или что? Сметаной, картошкой? Все равно все к деньгам. Деньги — это же это удобное средство соблюдения общественного договора, собственно. Вот... Деньги, нельзя к ним относиться. Деньги – зло. Это не зло. Это не зло. Деньги – это очень большое добро. Надо к нему это по-доброму. Инструмент. Конечно, это большое добро. Все зависит... Вот у нас сейчас включается наша стена. Ворованные деньги – это не деньги вообще. Это зло в чистом виде. Вот, вот это другое дело. А честно заработанные деньги – это вот большое добро. Если идешь по дороге уважать, и лежит... Ну, это нормально, это счастливый случай. Пожалуйста, положи в карман, иди дальше. Давайте... Если там документы какие-то, то позвони человеку. Знаешь, старичок, я нашел твои документы и деньги. Тут вот такая-то сумма. Нет, вот я от нее 20% это... мои. Приезжай, забирай. Знаете, это и всегда... вполне нормально. Я считаю, что это прилично. Мне кажется, даже все деньги забрать мне можно. Мне кажется, что это огромное удовольствие, когда ты неожиданно что-то находишь, дозваниваешься, человек я приезжает. Я заверяю, что вот... И это же, вот в это кайф. Совершенно это правильно. Кайф. Вот большой пример. Вот вы знаете, значительно более неприятно не получить подарок, ну, то есть не получить подарок, когда тебе не дарят его, а когда у тебя не принимают твой подарок. Вот понимаете, вот из этого вот это исходит. И то же самое, ты, самое приятное – это победа над собой все равно всегда. И когда ты вот эту вот алчность свою оставляешь в стороне и возвращаешь человеку там его, ну, потому что мы не знаем, кто это, может, это действительно конечно. Последнее для человека. Конечно. Возвращаешь ему. И вот эти победы маленькие над собой, они всегда доставляют самое большое удовольствие человеку. Потому что тут ты соблюдаешь заповеди, как бы, во-первых, и тебя сразу твой небесный учитель, тебя все скажут, о, в тебе же сидит, ох, круто, перешагнули через эту гадость, да, перешагнул, это хорошо, это уже кайф. Наши сетезрители, давайте посмотрим на нашу стену. Да уж чего, а пафоса у Мазаева точно нет, пишет Стасик. Есть, есть, Стасик. А что такое пафос у Мазаева? Это что нужно сделать? Ну, я считаю, что это чувство собственного достоинства. То есть... Просто не нужно из себя корежить никого другого. Вот и какой есть, такой и есть. Ну, сегодня, да, я постарался, чтобы у меня плечи были расправлены, сидеть. Осанка – это большое значение. Сергей спрашивает, Арт, может ли музыкант предать музыку искусству? Если да, то в чем это предательство выражается? И можно служить одновременно искусству и золотому тельцу? Ух ты, какой вопрос. Ну, называя деньги, опять же, золотым тельцом, вы как бы окрашиваете их опять в какое-то недоброе какое-то такое, недобрые тона. Мне кажется, что как раз здесь все это взаимозависимо. Дело в том, что когда человек искренне и очень самоотверженно идет к цели к своей, добивается ее, то, как правило, у него и денег больше, чем у тех, кто не достигает этой цели. То есть деньги, они любят успех. И все-таки они с неба не падают. Конечно, ни в коем случае. Нет. Деньги это. За них надо отвечать. Когда у вас была первая зарплата? За что? 12 лет. Я со своим кларнетиком ходил на демонстрацию. Данил Матвеевич Черток, наш дирижер оркестра, он взял меня на первую демонстрацию 7 ноября. Это было в 72-м, по-моему, первом. И? В 72-м году. И что вы там делали? Я играл на кларнете, марши, песни революционные всякие. А, и вам заплатили просто... 4 рубля, да. 3 я принес домой, рубль мы с ребятами пропили. Газировка там. Понятно. Тут интересуется по поводу... Ходят слухи, что скоро будет новый альбом, выйдет, скоро выйдет новый альбом. Да, муки творчества, да, пока не позволяем себе его выпускать, недовольны пока тем, чего сделали. А вот, кстати, скажите честно, вот как музыкант, даже не про ваш альбом, вот все музыканты, ваши коллеги, на всем земном шаре, они же
неужели все то, что выпускается вот в диске в каком-то, все идеально? Все равно, что, наверное, остается какое-то недовольство в чем-то. Ну, через какое-то время многие, тот же Битлз, Леннон говорил, что я бы сейчас эту песню, конечно, так бы не позволил себе выпустить, я бы ее переделал. Но это на тот... Вот у нас с Колей, кстати, постоянный спор с нашим Кильдеевым. Я говорю, давай перепишем некоторые старые песни с новым звуком, с новыми возможностями, просто для того, чтобы нам, новым, вот таким уже 30 лет спустя, выходить на телевизионные шоу, потом, как правило, под фонограмму приходится играть. И когда фонограмма звучит, молодой голос там 20-летнего парня, а тут выходит такой уже старый пердун, извините. Конечно, немножко несоответствие получается. Защитник спрашивает, верните, пожалуйста, чуть-чуть. А как передать вот музыку? Просто скромный человек вы? Вот вы скромный человек, как вы считаете? Нет, я не просто скромный человек. Сложно скромный человек, да. Дальше идем. Ну, скромность – это сестра неизвестности. Такая шутка, знаете. Да? Вообще у нас сестра, краткость таланта, сплошные сестры. Братьев только мало. «До свидания, мама» – это, конечно, была бомба. К сожалению, единственная. Вы же можете играть на 100 тысячах музыкальных инструментов. Человек-оркестр, таких мало среди музыкантов. А вы проходите как-то без особого пиара везде. Вот. Ну, как пиар такой, какой требуется, очевидно, всегда. То есть по конкретному моменту такой пиар. А лишние слова произносить просто, ну, нелепо. Мик спрашивает, Сергей, обожаю ваше творчество. Вернее, спрашивает, утверждает, успехов вам. Где драйв, спрашивает Ферут, наверное. Где протест? Где громкие хиты? Извините, Серега, ну, вернись, 90-х. В 90-х годах остались, конечно. Мы же... Мы очень много песен писали на «Злобу дня» тогда. И «Темные реки, высокие горы» у нас были там, и «В Москве наступает полночь». У нас много а песен. Что бы вы сегодня такое написали? Вот жестко, я имею в виду. Вот... Ну, мы делаем сейчас музыку. Ну, жесткости-то и нет в нас уже. Мы другие люди, у нас уже дети, семьи. Мы их любим другую жизнь. Какую? Мы меняемся с возрастом. Какую вы любите жизнь? Мы любим благополучие и счастье для наших детей. И немножко... Просто мы всегда его любили, но мы просто об этом не думали, не догадывались, так сказать. С возрастом человек либо умирает, либо умнеет. Сергей, огласите, пожалуйста, Марат спрашивает. Ну, я прекрасно понимаю, что наверняка вам этот вопрос часто задавали, тем не менее, сегодня для нас, для Марата, огласите несколько статей своего морального кодекса. Персонального. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Вот ответьте вот туда, Сергею. Да. Да, возлюби ближнего своего, как себя самого. Потому что никакой человек... Больше, чем себя, свои плечи, свои пальцы, уши, глаза. Никого другого любить никогда не будет. И вот как я вижу человека, как он любит себя, я делаю вывод, хочу я его любви или нет. Это вот мой моральный принцип, скажем так. Женя спрашивает, а вы с чего вообще начинали? С детства музыканта или, как все рок-звезды, сначала каким-нибудь грузчиком или сантехником работали? Я работал, нет, я работал после армии несколько месяцев слесарем-переквалификантом, то есть я в другую, профессию переходил. Слесарь-переквалификант по монтажу холодильного оборудования на Московском специализированном комбинате холодильного оборудования. Это место, наверное, было, да? Ну, не знаю, ну, специальность она такая достаточно востребованная, потому что везде же холодильная. Ну, холодильничек-то вы заимели каким-то образом? Нет, холодильником бытовым это организация никогда не имела. Это ремонт, наладка и установка всяких холодильных камер, морозильных камер в магазинах, ресторанах и прочее. Профессиональная история. Зина утверждает, что мне кажется, раньше как-то гораздо веселее все было, а сейчас что-то лирики слишком много. Вот спрашивает Зина. Ответьте. Ну, конечно. Мы, так сказать, веселуху свою всю удовлетворили, поженились, родили детей. И сейчас лирика пошла. Анна спрашивает, тяжело быть мэтром? Ну, пока еще не стал им, поэтому трудно сказать. Сергей, ну, посмотрите, какое огромное количество вопросов. Очень приятно, да, вот. Мне очень приятно. Я считаю, я что счастлив. Здесь, обратите внимание, на мой взгляд... Я не ожидал, потому что у нас никогда давно не было никаких таких эфиров, каких-то... Всегда показатель, ну, на мой взгляд, значимости человека и его действия, это некое плюс-минус. Да, обратите внимание, вас немножко хвалят, чуть-чуть ругают. Вот такая вот правильная форма. Ну, не ругают вообще. Ну, что ну так, после, слегка. После моего похода в гости к Сергею Корзуну. Вообще здесь тут елей один. Вот будем уже, к сожалению, завершать, потому что вам, я так понимаю, через час у вас, да, уже... Меньше, чем через час уже. Начало. Здесь близко. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что мое первое впечатление, когда я вас увидел еще вот в том клипе, еще, пардон, с волосами, я подумал, что ну, что-то есть за этим парнем. Ну, тогда, да, как бы что-то есть. Тогда мы все открывали новое, помните? Раз, это показали, это показали. И такое есть, и такое, и сякое есть. А сегодня я не скажу, что я полюбил
моральный кодекс как группу, как коллектив, но мне кажется, что я полюбил человека. И это может быть для многих сетезрителей в какой-то степени открытием. Многое из того, что вы говорили, для меня было открытием. И теперь я думаю, что уж как только новый альбом появится, я его буду первым слушателем. Я хочу обратиться к нашим уважаемым коллегам. Скажите, пожалуйста, у нас есть уже три человека, которые ответили на вопрос, потому что мы сейчас его раскроем? Есть, сказали радостно мои коллеги. Мы их не будем называть. Да, да, но нам нужно будет потом знать фамилии этих людей, потому что система такая. Я вписываю в список, в гостевой лист. Лично? Да, вписываю просто фамилии, там, два человека. Знаете, недавно Петров, два. Одна бабушка заработала кучу денег. Знаете, на чем? Когда-то давно, в 60-е годы, она подобрала вот такой вот листик, оторванный от бумажки. Угу. Рукой Джона Леннона был написан просто список песен. А, трек-лист называемый. Представляете, вот. Да. А у вас сам Сергей Мазаев, представляете, вас собственноручно внесет. Джон Леннон – легенда, потом он создал много чего создал, а я исполнитель. Ну, для ваших детей вы тоже легенда на всю жизнь? Ну, так, как минимум. Лучше нет, лучше для детей быть реальным отцом. Легендой не надо быть. Итак, для детей, давайте... Не будьте легендой для своих детей, ребята. Ну, не надо. Зачем? Давайте мы раскроем тайну. Первый общайтесь со своими детьми, это самое важное. Первый инструмент Сергея Мазаева. Ну, скажите, кто. А, никто уже не можно, уже нет, уже все есть. Да, все первый есть. Инструмент, на котором я начал учиться музыке, был горн, сигнальный инструмент такой. И я даже был горнистом. Вы были горнистом в пионерском отряде. Ну, в школе. В школе, да. А никогда вас не выбирали там звеньевым, с комсомолом? Меня выбрали в театре, я играл Мишку Квакина. Мы ставили спектакль, Тимур и его команда. У нас был отряд, пионерский отряд имени Гайдара. И мы знали все о Гайдаре. Я потом в детстве, потом, когда вырос уже, я еще больше узнал. Я очень увлекаюсь историей нашей, вот особенно историей Второй мировой войны, Отечественной войны Второй. И я поклонник Егора Тимуровича Гайдара стал. Ну, реально. И рекомендую всем людям, у которых есть свободное время, кто умеет читать по-русски, его книжку «Гибель империи». А, кстати, какие бы вы еще... «Новые времена тяжело». Рекомендую всем читать Никонова. Это публицист, мощнейший пропагандист здравого смысла, скажем так. Вот он, в общем, популяризатор научного знания. Ну, Сорокина рекомендовать не надо. Это великий русский писатель, которого все обязаны просто читать, я считаю. И последний вопрос такой. Может быть, он мог быть первым, будет последним. Что такое любовь для вас? Это очень приятное занятие, чувство, состояние, все что угодно. Любовь – это очень широкое понятие от нуля и вверх, то есть позитивное. И надеюсь, что вот это позитивное мы и услышим, и увидим на концерте в воскресенье. Вы скажите еще раз нашим уважаемым сетезрителям, где и во сколько, уважаемые когда. Уважаемые друзья, 9 декабря, в воскресенье, приходите часиком к 8 вечера в огромный концертный клуб «Арена Москва», который находится на угол Ленинградского проспекта и улицы Беговая. Раньше там находился стадион юных пионеров. О! Я, собственно, был гарнистом. Же, я был гарнистом. На одном месте, да. Вот. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и напоминаю нашим уважаемым сетезрителям, что есть у нас три победителя, которые получат по 2 билета, которые попадут на ваш концерт. Мы желаем вам всего самого доброго. И, честно говоря, очень хочется, чтобы вы еще пришли. Мне кажется... Зовите, я с удовольствием. Мне очень понравились ваши слушатели и зрители. Слушательницы и сетезрительницы. Да. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо это вам. Был Сергей Мазаев. Это была программа «Есть такая тема». Вот такой он, моральный кодекс Сергея Мазаева. Всего доброго и счастливо. До свидания.